Так, что тут происходит? Нет китайских заводов. Мы против. Завтра в 10 здесь. Ертең сағат 10-да Қазақстанда барлық әкімшіліктің алдында Жаңаөзен халқына қолдау көрсетіңіздер. 55 Қытай заводына қарсы Қазақстандағы Қытайдың экспансиясына жол жоқ. Сол акцияға митингке шеруге қолдау көрсетіңіздер. Поддержим Жаңаөзенді, ақтөбеліктерді қолдаймыз. Ақтөбеліктер атынан шығып қолдау көрсетіп жатырмыз. Біз сияқты барлық қалада шығыңдар. Осылай миллион боламыз бұйырса скоро. Это не столько жаноузенцев мы поддержим, сколько мы должны встать на защиту своей земли, своей экономики, не раздавать свои недра, богатства каким-то китайцам. Мы все это можем сами возделывать, добывать, производить. У нас есть все. Нет китайской экспансии. Нет китайской экспансии. Нет китайских заводов. Да, нет китайских заводов. Хватит уже. На нас. Ах, тебе просыпайся. Уже воду с нас качает, не то что нет. Вот до воды, да. Стойте. Я чуть отойду дальше, а то мне, знаете, неудобно. Нет, все. Ах, тебе. Решили пройтись по проспекту Абылхайырхана. Казахстандықтар, ояныңдар, кеш болмай тұрғанда, ояныңдар, оян қазақ. Молодцы, как держать. Поддержите казахстанцев, жаноузенцев. Не только жаноузенцам нужна наша земля. Мы здесь хозяева, не китайцы. Хватит спать. Оян, казах, оян! Сколько можно кричать, говорить? Хватит сидеть по домам. Нет китайской экспансии, нет. В других странах иностранный инвестор соблюдает права, свободу, законы той республики, в которой они находятся. У нас же наоборот. Китай поставил себя во главе закона казахского, во главе страны. Диктует свои условия. И наше продажное правительство идет у них на поводу. Поэтому, народ, просыпайтесь, вставайте, сколько можно спать. Завтра проснетесь уже в китайской авто... Мы проснемся в рабской китайской... стране. Китайские будем спать, могут только разбудить. Да. Мы проснемся в рабской стране, в рабстве проснемся. Поэтому просыпайся, надо. Ахтюбе, просыпайтесь, сколько можно. Хотите остаться казахами, просыпайтесь. Жаноузен молодцы, казахтар, нағыз казахтар. Перед жаноузенцем склоняем голову. Все прошло, их уже и расстреливают, но и все равно встают. Свободный, вольный народ. Казахтар, Буяндар, хватит спать. Нет китайским заводам. Қазақтар оянбай атыр ғой. Қазақтарға жер керек емес. Айтқым келеді иногда. Жаман сөздер. А что это такое? Это? Нет китайской экспансии. Мы против строительства завода. Жаноузен два дня стоит с такими требованиями. Неужели активисты вы слабые такие? Поддержать, на себя не могут поддержать, себя выйти не могут. Активистская земля всегда была щедра на героев, Сария, Маншу. Неужели Титуни найдется? Давайте лозунги уже говорите. Что вы? Какие лозунги? Общие лозунги. Нет китайской экспансии. И вперед, поехали. Нет китайской экспансии. 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 Нет китайской экспансии.
стране 55 китайским заводам. Нет заводом Китая. Нет заводом Китая. Китая. Нет заводом Китая. Китая. Еще надо сказать, Токаев билет в одну сторону. Да? Токаев билет в одну сторону, если полетит в Китай. Да. А? Шал кет. Да, шал кет. Шал и кет. Шалдар кетіндер, Токаев кетіндер, Нұротан кетіндер. Да. Да. Ничего не знаю, парламентская республика. Был один шал, да. 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 Мужчины, присоединяйтесь. Билет. Пассивно хватит наблюдать. Диваны протерлись уже. Нет, наблюдателей очень много. Позиция такая, страусиная. Да. Моя хата с края. Боятся, собственные тени боятся люди. Нет китайской экспансии. А хотя наши предки Тохтамас, да, Едыге, вплоть до Испании ходили, покоряли. А за стартер мать, дух тоже, дух торжо. Казахи не будьте тобр. Трусами. А, тобр. Ох, и навернешься ты сейчас. Так, за мою, мою это самое, безопасность отвечаете вы. Так что смотрите. Нет китайской экспансии. Казахи, выходите, Уяндар. А то я знаю. Уян, казах, Уян. Хватит спать. Казах, Уян, Алмать. Тобр, потому что хоркат. Тауба, шикар. Я, шикар, тауба. Курс 390, нормально, конечно. Тауба, шикар, деп. А курс-то цирк. 7 тенге до 390, казах, тарахтаватор. Вот, пожалуйста, вот сегодня вот такой курс доллара. Как вам народ? Устраивать? Спим дальше? Назад был 7 или все же поднимаемся со своих диванов? 15 лет назад доллар был 7 тенге, ни копейки долгов. За 15 лет почти 200 миллиардов наделала эта власть долгов. Китай, вот и думать, еще. Еще 15 лет и нам хана. Не зря она говорит. Наверное, уже все продали. Казахи, просыпайтесь, Уян казах. Давайте лозунги. Нет китайской экспансии. Нет китайской экспансии. Нет китайской экспансии. Нет заводом Китая. Нет заводом Китая. Нет заводом Китая. Нет заводом Китая. Нет китайской экспансии. Нет китайской экспансии. Нет китайской экспансии. Мы не рабы, рабы не рабы. Казаки, просыпайтесь. Хватит спать. Завтра пошлете с китайцами, будете спать. Нет китайской экспансии. Нет китайской экспансии. Один день сна, тысячи лет рабства. Нет китайской экспансии. Она куда? Что-то у меня на акимат аллергия, не хочу тут там. Акимат что? Я уже там, знаете, сколько раз была сегодняшний день. Я вот там, вон там, по-моему. Вот там стоит? Будем несколько раз говорить. Нормально, как раз. Продукт шкурчик подумал. Макароны, макароны. Что нужно сказать? Окорочка. Макароны, маргарин, да, и окорочка. Уян, казах, уян! Нет китайской экспансии. Нет заводов Китая. Нет китайской экспансии. Земли не надлежат только нам, народу, казахстанцам. Просыпайтесь, казаки, сколько можно спать? Шукур, шукур, давайте. Хватит уже. Тауба, шукур. Завтра проснетесь с китайцами вместе, а не со своей семьей. Рабами. Будут ваши зятья. Ваши невестки китайцы, не надо правильно говорить, поддержите, проходите вместе. Нет, нет китайской экспансии, 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 нет 55 заводов, нет заводов Китая, нет заводов Китая, нет заводов Китая. Ахтал, 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 Ахтал,
Кромы. Завтра проснемся с китайцами. Как я мог бы сказать все это на русском? Қазақстанның жерін жалға беруге, сатуға, Қытайлардың ескі химия заводтарын салуға қарсымыз. Итак, 30 жылда Қазақстанның экологиясын бүлдіріп болды Назарбаевтың системасы. Енді дәлше Қытайлардың, біздің Қазақстанның, Қазақтың жерін олауға қарсымыз. Нет китайской экспансии, нет завода Китая. Когда я вот так делал, ты отключай сразу. Как? Я не буду отключаться, я просто буду отодвигать. Все, пора, им не интересно. Таксисты нормально, у меня 2000, 5000 тапса нормально, еще хуже. Не интересно даже, этот народ, говорит, блядь, бульдозером, нахуй, и снова не станут. Пока моя хата с краю, то мама не коснется. Допустим, сафарбай. Допустим, сафарбай. Одни хлеба едины. Прямой эфир. А что случилось? Она с Китая уже захватил почти что. Мы а против. Вы же китайскую технику продаете. Они всегда. Да, они их партнеры. И мы против китайской экспансии. Против 55 заводов Китая. А что это земля Анвара к нам бежит? Арман Далян, Арман. Почему вы вышли? Такие расспросы. Просто узнать. Просто узнать. А то я подумала, может быть, мы уже стоим на чьей-то частной собственности. Да пусть попробуют. Это государственная земля. Вот именно нет здесь. Китая, нет завода Китая. Нет заводом Китая. Нет экспансии китайской. Допустим. Народ, не проходите мимо. Они пройдут. И будут спокойно народа. Спать. Они пройдут и будут спокойно спать. Это не наше будущее, это наше будущее наших детей. А пошлите, вот встанем напротив банка. Народ, казахи, мужчины есть, они как только... тебе. Вам интересно? Нет, я вот не понимаю, что вы делаете. Наоборот, казахам, казахстанцам рабочие места были бы, а вы вот против этого. Так они же... Кошмар, это российская пропаганда у нас, да? Кошмар. Вот у нас какой-то туребик таким бар, да? При Союзе, говорит, акции не давали, говорит... Вот со мной переписывался. Это благодаря китайцам, говорит, акции, говорит, вот сволочь какая, да? Все акции, и в то же время, говорит, все акции ушли, говорит, в Новосибирск, говорит, туда-сюда. Как, говорит, присоединиться? Народ почему у нас БС? Өзің үшін
Жанаузенщина имеет. Уже 3 дня стоят. Уже тебе сказали. 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 Уже А право на митинг. Мирные шествия собрали. Зашел в долг. Теперь мы рассчитываем молодежь, своими спасибо, землями, да? Своими недрами, да? Богатствами. Шалдар Кетендер, Токаев, Назарбаев, уходите, хватит быть на власти. Шалдар Кетендер, Токаев, Нуротан Кетендер. Достали уже народу. Парламентская, мы за парламентскую власть. Мы против этих пенсионеров. Шалдар. Тұтқындарға бостандық. Свободу политзаключенным. Шал кет. Токаев кет. Дариға не мой спикер. Токаев нелегитимный президент. Серик Токаеву билет в один конец. Серик Нагаев говорит. Берег. Айджан, не кричи. Вы что, кричали, Айджан? Серик говорит. Анмар Хохотова, продукт жутки голомали. Забаррикадируйтесь. Серик, присоединяйся к нам. Экстремисты у дверей. Олай Айтпанас, это как? Бахтиза Халелова говорит. Что говорит? Не знаю, Олай Айтпанас дит. Это как? Короче, Кирюин Дорам, Кирюин Волнаш, Кирюин Дорам. И там мало. Сегодня более рабочий день. Ертен, сағат, онда, бүткіл Қазақстан бойынша, Акимат қалына. Онда, Арутай қанпаның қынғасын. Бәр таныстарыңызға айтыңыздар. Почему вы апеллируете к Токаеву? Он нелегитимный президент, он не выбранный президент. У нас есть статья 32 Республики Казахстан. Право на митинг. Хорошо, вот ехайте, вот ехайте баб. Да вы там сидите бабушки. Какая разница? Граждане. Не надо спорить, все, понятно. Не надо мухоза. Вот не, ну он же про дубинки говорил, наверное, провокатор. Не надо спорить, Баке, все, понятно. Ты еще заявку за ты еще. Трое дела. Стукач, наверное. Против завода. Да, да. Понятно. Вот если не надо. Бармадин Кирилл. Стукать.
Тохудар где? Нурбор. Перед китайским заводом. Правильно. Перед китайской экспансией. Правильно. Вот видишь, женщины у нас какие умницы. Женщины у нас смелее. В отличие от мужчин. Конечно, мужиков не осталось, женщины, правильно говорить. Не позволяйте мужикам бить по столу, они не имеют права, они свою землю не могут защитить. Мужчин не осталось в октябре. Мы есть. Спокойно, тихо, проходите, мужчины, не бойтесь, мы вас не тронем. Мужчин в октябре не осталось. Только вот трое. Да. Три богатыря. Нет, Берег, он же сказал, дубинка не алкалюгерит. Уже было понятно, что он провокатор. Зачем с такими разговаривать? Что, пойдемте за... Болдма? Болдма.